Меня зовут Надежда Музычка. Я работаю на предприятии торговли и общественного питания в цехе номер 2, повар 5-го разряда. Просыпаюсь я в 5 часов утра, привожу себя в порядок, потом обязательно чашечка кофе. Ну и собираюсь на работу. Без 15:07 я уже на рабочем месте. Вкусную полезную пищу нам помогает приготовить вот такая чудо-печка. Наш пароконвектомат. Сейчас мы будем запекать вот такие красивые блюда. Свинина, запеченная с грибами. Выбираем режим и ставим на запекание. Посетители приходят даже не только с нашего производства, а и вообще с города. Ну, нравится людям, наверное, раз приходят, благодарят. Мы с удовольствием готовлю. Люблю это дело. На сегодня оладьи, белорусское национальное блюдо, оладьи, фаршированное мясо. Разные блюда готовим для, как сказать, для каждого кошелька. Коллектив у нас хороший, молодой, но хороший, можно положиться, если ну, разные ситуации бывают, и болеют, и все всегда заменят и поддержат. Очень хороший коллектив. Повар должен обладать трудолюбием, терпеливым, потом чувство вкуса надо иметь, чтобы все было вкусно, красиво, не пересолить, не переперчить, и, ну, чтобы было все в меру. Правильное питание заряжает человека энергией, дает ему силы думать, действовать, и значит, человек принесет больше пользы. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.